маленький беспроводной пылесос Dyson с 6 насадками и турборежимом. В этом обзоре рассмотрим ручной пылесос Absolut Plus от Dyson, который работает до 40 минут без подзарядки и справится с очисткой любых поверхностей. В комплекте пылесос, трубка, 6 насадок, док-станция, зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон. Гарантия на пылесос – 2 года. Пылесос очень легкий, весит всего 2 кг 600 граммов. Ручка удобная, под ней находится аккумулятор. Таким образом, центр тяжести приближен к руке, и пылесос удобно держать в процессе уборки. С внутренней стороны ручки находится кнопка включения. На ручке также есть индикатор заряда, поэтому всегда понятно, когда пылесос пора зарядить. Аккумулятора хватит на 40 минут работы на средней мощности. В турборежиме пылесос работает 7 минут с увеличенной мощностью и позволяет справиться с самыми сложными загрязнениями. Пылесборник здесь среднего для вертикальных пылесосов объема – 540 мл. Он прозрачный, хорошо видно, насколько заполнился. Пыль вытряхивается простым движением. Перейдем к щеткам. Здесь их целых 6, благодаря чему пылесос подходит для уборки любых поверхностей – пола, мебели и ковров. Насадка с прямым приводом подходит для уборки пола и удаляет въевшуюся грязь с ковров. Насадка с мягким валиком убирает пыль и крупный мусор с пола. Мини-электрощетка подходит для уборки мягкой мебели и шерсти домашних животных. Щетка с мягкой щетиной поможет быстро почистить клавиатуру ноутбука и подоконники. Комбинированная насадка, дополненная сдвижной щеткой, и щелевая насадка помогут справиться с загрязнениями в труднодоступных местах. Валики в насадках можно снять и помыть. Эта модель оснащена фильтрами, которые улавливают мельчайшие частицы, поэтому подходит для аллергиков. Док-станцию можно прикрепить к стене и таким образом заряжать и хранить устройство вертикально, в любом удобном месте в квартире. Подведем итог. Это мощный и многофункциональный пылесос, который позволит убрать пыль и паутину в углу, крошки в складках мебели, тщательно пропылесосить ковры. Он работает до 40 минут без подзарядки и подойдет для 2-3-комнатной квартиры. Его особенно оценят аллергики и те, у кого есть дети или домашние животные. А еще он легкий.